В администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств доложили о проделанной работе главе городского округа Владимиру Волкову. Подробности в нашем следующем сюжете. В период религиозных праздников сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. Охрану общественного порядка они будут обеспечивать и во время длинных майских выходных. Вместе с тем представители правоохранительных органов выполняют свою ежедневную работу, раскрывают уголовные дела и борются с преступностью. За прошедшее время зарегистрировано 2400 сообщений о преступлениях, правонарушениях. Возбуждено 36 уголовных дел, 28 из них с лицом. Также по линии дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 106 ДТП, из них двое пострадавших. 86 выездов по сигналу тревоги осуществили люберецкие спасатели, в том числе на ликвидацию 4 пожаров. В результате происшествий пострадавших нет. 12 апреля в 20 часов 56 минут загорание стога сена по адресу поселок Малаховка, улица Новая, у дома 24А. Угорело сено на общей площади 3 квадратных метра без пострадавших. В городском округе Люберцы продолжается месячник чистоты и благоустройства. Он стартовал 1 апреля. Коммунальные и дорожные службы приводят в порядок дворы, тротуары, общественные территории и остановочные павильоны. Управляющими компаниями выводится более 1000 человек ежедневно на уборку придомовых территорий. В ходе недели было убрано порядка 420 кубических метров мусора и вывезено с общественных территорий. 22 апреля в Люберцах состоится общеобластной субботник. Он охватит около 200 общественных территорий. Узнать, в каких дворах можно получить инвентарь, можно на специальной интерактивной карте на сайте администрации. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.